А какая продуктовая, знаете? Огурцы. Все привыкли огурец. Что в нем вкусного? Да ничего. А кто-нибудь ел жареный соленый огурец, мороженое из огурца, кофе с огурцом? Кофе с огурцом? Кофе прикуску? С огурцом. Делаем сироп, добавляем в кофе. Вкусно. Опять-таки свежесть. Вот чем дальше вы заходите, тем становится необычнее. Вот, попробуйте, пожалуйста. Огурцы с медом. Угу. Это интересно, знаете, как сыр с медом. Тоже сначала думаешь как-то так. А вот, да. И то становится уже привычным. А вот соленый огурец с медом – это что-то новенькое. Вообще Суздаль давно занимается огурцами, потому что у нас земля плодородная. Ага. И ни в одном, ни в каком городе, да я бы сказал, на всей планете нет таких вкусных огурцов, как у нас. Угу. Суздаль поставлял к царским столам три продукта – это лук, хрен и огурец. Лук, хрен да огурец, вот и суздальский купец. Купец, да, все вот. Верно. Сегодня мы с вами приготовим вареники со сладким огурцом. Вот и опять тут что-то навыдумывали. Итак, нарезаем кубиками огурцы. Немножко подъедаю ваши огурцы. У нас их много. Тем более, вам не жалко, а мне вкусно. А теперь представьте, что вместо огурцов у вас, скажем, смородина. И варите классическое варенье. А пока оно томится на огне, самое время раскатать тесто. Вырезаем из большого круга кружочки поменьше и выкладываем в них охлажденное огуречное варенье. Будем ляпать? А что делать? Форма вареников обычная. Ой, я что-то наляпала. Еще лучше, чем меня. Ну, давайте я вас научу. Да. Жарим вареники в раскаленном кипящем масле, пока тесто не забронзовеет. Прям сладенько. Прям как будто бы яблочко наливное из варенья. А нет, огурчик. Замечательное блюдо. Это как будто бы кофе-латте смешали с огуречным лимонадом. Мне прям вкусно. Артем, вкусно!